8 июля – особенная дата в семейном календаре Василевских. 4 года назад в этот день они создали свою семью. Оба сотрудники МВД. Их служебный роман оказался историей со счастливым концом. Жена у меня просто золото. Тут уже не добавить, не убавить. Это, наверное, тот самый человек, который сумел из меня сделать человека такого более серьезного, более рассудительного, потому что, когда живешь один, у тебя совсем другие ценности, а тут ты уже в ответе не только за самого себя, но и за свою супругу, а в будущем уже и за детей, и поэтому она та самая шея, которая направляет меня в правильное русло. Екатерина говорит, что увидела и сразу поняла – это отец ее будущих детей. Момент предложения руки и сердца был настолько трогательным, что девушка до сих пор не может сдержать слез. Знаете, когда вот видишь человека и понимаешь, что за первые 5 минут, что это твой человек, или понимаешь, что это не твой. Вот за эти 5 минут я поняла, что да, это тот мужчина, с которым хотелось бы связать свою жизнь. Он точно надежная опора, защита и настоящая стена, я бы также так сказала, на Красной площади. Действительно, совершенно неожиданно мой будущий супруг встал на одно колено. Знаете, как вот в романтических фильмах, действительно, предложил мне руку и сердце, и тут, конечно, нельзя было ему уже отказать. Сейчас в семье Василевских 2 очаровательных малышек. 3-летняя Маша уже вовсю помогает родителям на кухне. Готовить вместе – одна из самых любимых семейных традиций. Дмитрий и Екатерина признаются, пожениться 8 июля специально не планировали. Так получилось случайно. На бракосочетание их вдохновил пример православных святых Петра и Февронии Муромских. Мы выбрали в качестве даты своей свадьбы именно 8 июля, потому что подвиг, который совершили Петр и Феврония, мы считаем, это такой очень достойный поступок, и хотим сами всю жизнь пронести нашу любовь, чтобы даже через 50 лет на золотой свадьбе наши чувства оставались такими же. До золотой свадьбы еще далеко. Сегодня у них только льняная годовщина. Это повод вновь заглянуть в семейный фотоальбом. Василевские считают, что главный строительный материал для любых отношений – это любовь. И потому, как эти двое смотрят друг на друга, становится ясно, их чувства с годами станут еще сильнее. Юлия Сабинникова, Арсений Куликов, телеканал «Первый областной».